Привет! Сегодня у нас с тобой на экранах маленькие кошмарчики. Я знаю, что эта игруха давно вышла, ее уже все посмотрели, все давно прошли. Но я вот сейчас пройду. Вот сейчас хочу и пройду. Так что поехали. Во тьме, где никого и никогда не было, появился или появилась фигура женщины. Это же женщина? Загадочное очень начало, вообще капец какое. Тетушка поворачивается, она оказывается куклой. Я такой, опа, а я маленький бомжонок в желтеньком дождевичке. Конечно же, идет дождик. Я вообще мальчик или девочка? О, головушка как верчу. Влево, вправо, голова работает. Отлично, вверх, вниз, физкультура пошла. Влево, вправо, вверх, вниз, ножками. Давай вперед, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, пошли-пошли. Отличненько. А почему я босый? Босые ноги по лужам бегу, ноги помою и спать я лягу. Ладно, все. А, подожди, вот тут в чемоданчике что-нибудь я могу взять? Фоточки какие-нибудь свои на память, это же мои фоточки. Почему я вообще живу в чемодане? Мне кто-нибудь это расскажет? В чемодане, это ж каким надо быть ребенком? А еще я странно как-то бегаю. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, по носочечкам, тюк-тюк-тюк-тюк. А, ну конечно, я же босс, да еще и водичка-то холодная, но поэтому я так и странно бегаю. А тут уже нет водички, но я все равно странно бегаю. Странно. Грибы! Грибы-то ведь! Грибы побежали куда-то! Грибы, я вас поймал! Они увидели и ошалели от того, как я бегаю, и от того, что пацаненок в желтом дождевичке очень странно выглядит вообще. Размером с гриб. Лопата. Я вижу здесь лопату или труба. А что здесь так темно? А можно свет включить? Ужас какой. Я по-любому что-то в самом начале возле чемоданчика профукал, да? Я что-то там не взял. Вот я стопудово знаю это. Тут закрыт. А, подожди, вот это можно как-то включить? Мне кажется, что это, знаешь... О, у меня есть зажигалка, твою ж налево. А чё, где будут подсказки-то? Подожди, давай-ка я тут в темноте кромежной пробегусь. Да, здесь лопата, действительно. Я ее увидел, я по теням разобрался. Консервные банки. Ой, тут чья-то игра была. Типа, сбей консервную банку шариком, а я сломал все это своим телом. Значит, зажигалка. Все, я понял. Откуда у ребенка вообще зажигалка? Спички детям не игрушки. Окей. Здесь я сейчас все прошарю. Здесь точно ничего нету. Ведро толкануть не могу. Видимо, это мой туалет был. Ведро, туалет, чемоданчик. Ну да, все складывается. Вроде так оно и есть. Больше я ничего делать не умею, кроме как ущербно бегать, прыгать и использовать зажигалку. Но радует, что вместо фонарика у нас зажигалка. Это хоть как-то оригинальненько. Пойдем. Пойдем, босоножечка моя. Босая нога. Я оставлю след на... схватить. О, наконец-то подсказки пошли. Давай, РТ-шечка. А ты... Ну, схвати ты, ёпарасете. Так вот. Это знаешь, я такой... пришел в фитнес-зал подкачаться. И вот нашел первый тренажер. Зачем ты зажигалку? Пригнись. А, вот тренажер, продолжаем, да, бошку качать. Вот, вот так вот, отлично. Пока эта штука не даст мне по черепу, и я не откинусь окончательно. Это вообще сон? Или я действительно, ну, как бы, в реале блуждаю? А-а-а, на курок. Короче, смотри, зажигалочку можно вот так вот включить. Это я кнопочку тут нажимаю на Б. Я сейчас на Xbox-овском геймпаде играю. На Б, вот зажигалочка. И можно еще стик вжать, и он тоже зажигалочку зажигает. Вот, он, видишь, он хочет и смотреть, и туда, и зажигать, и, короче, все одновременно делать. Ладно, хорош. Все равно это неинтересно. Поехали дальше. Это мое тут это размышление. Зажигалочку-то зажги. Мы идем с тобой по канализационной трубе. Наверное, канализация. Может быть, это, знаешь, печка какая-то. А я могу, знаешь, как настоящий ниндзя, вот так от стеночки к стеночке. Давай, запрыгивай, от стеночки к стеночке, давай. Нозы! Нет, он так не может. Он слишком слаб. Посмотри на его костлявые ноги. Будет интересно, если я сейчас здесь упаду. Но нет, я не упал, слава богу.
Подкаты можно делать, серьезно? Я сейчас с каждым разом офигеваю от того, что я могу. Кстати, посмотри на огонь. Там радуга, в огне радуга есть. Там есть синий огонек, белый огонек и красный или оранжевый какой-то огонек. Я вижу радугу там. Ты тоже ее видишь? Это не просто огонь, это радуга. Офигеть. Подкат, давай подкат попробуем. Хоп-хоп-хоп, бежим. Ну давай, ускорься. Ты только что это делал, я видел, что ты подкат умеешь делать. Засранец, не хочет бегать быстро. Ладно. Вот эту ручку сможешь дернуть? Схватись. Да, может. Потянуться, мои бицухи. Да. Конечно, потянется он. Но схватиться может, это уже радует. Можно вниз пойти, да? А что будет, если я спрыгну? Подожди. Юху! Это же сон. Какая разница, что я буду здесь делать? Я все равно не убьюсь, правильно же? Во сне можно делать, что захочешь. Что ты у коробок опять уселся? Давай, пошли. Опять в какое-то говнище сел. Видишь, ты выбираешь какое-то фуфло. Наш путь лежит через лесенки. А я могу сбоку вот так вот спрыгнуть? Нет, не могу уже. А туда спрыгнуть? Нет. А вот так вот спрыгнуть? Ей! Ладно, все, я больше не буду прыгать. Я понимаю, что это идиотизм какой-то, но... Да. Просто мне захотелось полетать. Я знаю, что тут там ничего не будет. В своих-то снах я не летаю, потому что очкую. А здесь-то почему бы нет? И вообще, сон ли это? До сих пор еще непонятно. Я думаю, что нет. Два раза чувачка просто скинул, потому что мне казалось, что это сон, но на самом деле это не сон. Здесь снова есть эта дверка, давай зажигалочку зажжем. Можно вот тут вот что-то дернуть. О, игрушка что ли? Игрушечка. Это та дама-мадама, которую мы видели в заставке, похоже на нее. Очень похоже. Только в виде куклы. А что-нибудь двигать можем мы с тобой? Давай возьмись. Нет, я хотел, чтобы ты толканул эту коробку. Но нет. Окей, пойдем откроем вот эту штуку. Хватай за ручку. Снизу за ручку возьми. Присядь, возьми за ручку. И от... Вот, вот красавчик. Не, не может. Слишком заперто или заварено, не знаю. Окей. А с куклой ты можешь что-нибудь сделать? Просто схвати ее за башку и тащи за волосы. Хватай ее. Во, красавчик. Ну что ты ее кинул-то? В одной руке тащи куклу, в другой зажигалку. Что так не можешь-то? Так, а швабру я могу взять? Вот чисто ради интереса. Швабру возьмешь, нет? Нет. Невозможно это взять. Слишком тяжело для меня. Что это за мир такой, где бегают маленькие дети размером с таракашку? Оу. Хорошо бы потянуть вот этот черпачок, вот эту вот кастрюлечку, но нет. Сверху висит. Слушай, а оно может и на меня упасть, это кресло висящее. Тут куча окурков. Что, кто здесь вообще? О, как это на кожаный диван столько окурков, пепельницу здесь? Оторвать бы рот и руки. А там кто? Он взял, закрыл, он мимо прошел. Я могу сюда встать? Ну-ка, давай встанем. И ничего не произошло. А может куклу сюда поставить? Сейчас мы попробуем это сделать, но подожди, я еще хочу запрыгнуть вот сюда. Кажется, можно и сюда запрыгнуть. Давай. Ну, распрыгайся на кроватке. Фу, какая она пыльная. Сжатая пружина. Получено достижение. То есть на этой кроватке надо было попрыгать, в принципе, чтобы получить достижуху. Е-е-е, я красавчик. Окей. Внизу что-нибудь под кроватью? Нет, там ничего нет. Значит, берем куклу, тащим ее сюда, подпрыгнуть, схватить. Кого схватить, кого прыгать, куда? Зачем это сейчас здесь вот появилось? Это подсказка. Вообще не понимаю. Я пошел, короче, за куклой. Мне почему-то кажется, что она здесь вот нужна. Прямо ее надо на свет поставить. Там какой-то чижок пройдет, запалит эту куклу, остановится, выбьет дверь и сожрет меня. Это вот то, что мне нужно. Да? Это было бы классно. Эпично. Все же хотят эпик. Пойдем, малышечка моя. Моя малышечка, ты теперь будешь ходить всегда со мной. Вот я ее вот так вот ставлю и убегаю. Что-нибудь произойдет, нет? Мне кажется, нет. Ну вот, началась головоломка. Сейчас я буду тут это извилины свои мучить. Ха, знаешь что? Все оказалось довольно просто. Надо было сделать вот так вот, хоп, и схватиться здесь. И все, мы уже в другой комнате. Туалетная бумага. Тут кто-то живет. А, он повесился. Блин, жалко, тапочки мне не подходят.
Не по размеру. Мне обувку-то дадут? Нет, письмецо какое-то оставил. Вот идиот, а. Зачем так делать? Вообще не понимаю. Письмецо почитаем? Возьмешь письме? Письме, письме, письмо хватай. Давай сожжем его. Подпалим всю хату. Не будем оставлять улики. На двери глазок нарисован. Ну я знаю, как здесь что сделать. А, не достану. Давай мы тогда свиснем вот эту вот табуреточку. Стульчик. Давай, тащи ее. Молодчик. Красавчик. А, надо развернуть ее как-то, да? А то мне будет совсем неудобно. Вот, если так. Давай, запрыгивай. Че ты? Не мельтеши там. Опа-на. Слушай, а ничего пока, башка варит, ничего сложного-то и нету. Наверное, дальше будет вообще. Ух, веселуха. Черная жижа на нефть похожа. По ней так приятно ходить. Странно, что ноги у меня чистые после нее. Я думал, будут следы черные оставаться. Но нет, не получится пошалить. И хотя смотри-ка, вот есть чьи-то следы. И руки, боже мой. А следы такие маленькие. Но не мои, чуть больше меня. В раза два, наверное. Челдобрек тут прошелся. Вот ручки. Можно схватить, попробовать открыть. Откроем, нет? Опа, открыли. А, грибочек убежал. Я видел грибочек. А что здесь? Меня кто-нибудь может тут закрыть? О, ботинки? А, наверх за... Подожди. Я хочу посмотреть, куда грибочек убежал. Грибочек, ты где? Грибух. Трибух. Иди сюда. А, он сюда в щель убежал. Ну, в принципе, я пролезу. Я сюда пролезу. Хм. И вот странно, куда мне идти? Подняться наверх или здесь пролезть? Многоходовочек. Здорово. Ты чё от меня убегал? Чекпоинт зажёг. Ты всё не будешь от меня убегать? Ты кто такой? Я тебя возьму? Ты не против? Да, я тебя сожру. Что-то происходит. Ты типа мой френд? О, в какой-то веке у меня стали следы оставаться. Смотри, черные следы. Он за мной ходит. Так, я хочу вернуться обратно и залезть по холодильнику наверх. Посмотреть, что там будет. Грибочек, короче, за мной сюда не пошел. Он там остался у чекпоинта. Я так полагаю, что каждый светильник это чекпоинт. Это как бы логично. Вот я наверху. И что я здесь имею? А, подожди. Это скрытый чекпоинт, наверное, был. Все понятно. Ладно, чешем дальше. Ой, что это? Что это упало? Ты кто такой? О, шарфик появился. У меня шарфик новенький. А, черт, он у меня задушил шарфик. Ну, короче, это пиявка была. Эй, шарфик. Ладно, я ее просто оббегу. Жалко, ее раздавить нельзя. Такая прикольная пиявка. Но нет, я, пожалуй, прыгнул вот так. Я переосилил. А ты сюда сможешь? Эй, говно из палочки. Давай, ползи сюда. Да все, она больше не ползет. Подожди, ты ползешь? Опа-на! Я так хочу, чтобы она прыгнула за мной и это, упала в пропасть. Ну че ты, давай, давай, вот я, вот, вот он я, давай, подойди. Ах ты ж, блин! Я свернул голову и упал туда, где был чекпоинт. Ну, ё-моё! Да выпендрился. Это получается, вот эта вот пиявка меня на понт взяла, да, и... Я из-за нее, ну как бы да, логично. Из-за нее суициднулся. Окей, идем дальше. Зажигалочка. Можно что-нибудь подкрутить? Не, нельзя. Ничего не крутится. Жига-жига. А что будет, если у меня в зажигалке кончится бенз или газ? Ну там, наверное, на бензине. Тут еще. О, их тут дофига. Ой, и она из щелей вылазит. Ничего себе, прикольно. Вот это забавно. Рубильник. Люблю рубильники. Последнее время обожаю просто их. Так, на лифт похоже какой-то. О, там еще пиявки есть. Пиявка, ты можешь упасть у меня? Не, они спят? Странно как-то. Первый раз вижу, чтобы пиявки так спали. Но, допустим. Короче, я знаешь, что думаю? Надо оторвать доску. А, так действительно, надо оторвать доску. Пригнуться и пролезть. Делов-то. Ну просто там такая доска. Я думал, что этот малец не сможет ее дернуть. Но как видишь, он у меня... Опять грибочек куда-то свалил. Он у меня то Геркулес какой-то, то вообще никчемный мальчуган, который ничего не может. Дрищара. Твою ж... Машку-заляшку.
О, прикольно! Там вылезли слизняки. Короче, вот эта черная жижа, которую я думал, что это нефть, и это слизняки оставляют за собой. Вот я опять в ней уляпался. А что это в этот раз они не вылезли? А, вот они, шарфики. Два шарфика, три шарфика, там еще один он внутри подлазит. Надо сейчас куда-то срочно бежать. Налево или направо? Так, зажигалочка, если зажечь зажигалочку. Может быть, они свет боятся? Я не думаю, что они свет боятся. Оп-оп-оп, убегаем, убегаем. Ух, сколько вас тут? У вас тут что, притон, что ли? Надеюсь, я в правильном направлении бью. Главное не останавливаться. Дергай! Мост? Я думал, это дверь. Все, мы свалили эту. Осталось только перепрыгнуть. А ступенечки играет, как на фортепиане клавиши. А можно разгончику? Ты можешь быстрее бегать? Чуть, вот не надо присаживаться. Побыстрее, пожалуйста. Да штопанные твои носки, которых у тебя нет. Ладно, прыгай, хватай. Прыгай, хватай, все разом дело. На, чекпоинт, подожди. Угу. А нафига туда? Ладно, наверное, просто так сделали там балку эту, чтобы манить туда таких, как я. Чтоб они падали в пропасть. О, грибок, стой. Стой. Сейчас я пойду за грибком. Сейчас. Вот опять здесь вот эту вот штуку надо пройти. Давай. Ноги свои ставь на палку. На балку, палку. О, как мы бежим аккуратненько. Подожди, точно у тебя на ногах ничего нет? Не, нет. Ну ты дуреха, ты же подскользнешься. Надо хоть какую-то обувку найти. А мы все наверх и наверх лезем. Здесь что-то у нас. Пока вообще никаких тайничков не нашел. Ничего на глаза такого не попалось, что зацепилось бы. Ага, туда надо прыгнуть. Но я уверен, что я что-то уже пропустил. О-о-о-о-о! Как я так промахнулся, прикольно-то. Вжух, и мы уже здесь. Снова здесь прыгаем. И... Ой, как... А чё так затормозило-то? Что происходит? Смотри, чё за глюки, ты видишь? Фризы, баги. Стой, подожди, потуши зажигалку свою, потуши жигу. Все, с багами разобрались, пришлось перезапустить игру. Ладно, идем дальше. И в поисках грибочков. Грибочек куда-то сюда убежал. Я прям за ним так бежал. О, гляди. Снова ручка, которую нужно крутить. Сейчас крутанем. Ну вот опять-таки же, да, такой механизм сложный, тяжелый. Я его вообще на изи кручу. Свет. Свет в конце туннеля. Подожди-ка. Надо успеть туда допрыгнуть, я понял. Еще разок. И на старт, внимание, побежали быстро. Спринтуху врубай, допрыгнем, нет? Есть. И... Да, вот если бы я быстрее умел бегать, тогда бы другой разговор. А так, я какой-то лошара, лащпед. Так, подожди. Спринтуху, может быть, мы научим тебя бегать быстрее? Поджопника тебе как-то дать можно? А, в кои-то веки я допедрил, как это делать. Он просто не сразу начинает бежать быстро. Кнопку зажимаешь, он потом начинает разгончик набирать. Все, есть. И вот подкат, да? Да, точно. Все, чудесно. Теперь я точно смогу грибок поймать. Давай, крути. Подсказок же нигде нету, блин. Снова приходится методом тыка. Так. Во, подсказка вылезла. Только сейчас. Удержите X для быстрого бега. Твою ж налево. Все, побежали. Прыгаешь, и сейчас подкат делаешь, красиво. Тебя задавили, дубина. Он, короче, сделал подкат и застрял между щелями дверными. И его раздавило. Он проснулся от шока, такой, блин, дверь мне зажала. Как это возможно было? Я такой маленький, и меня такая большая дверь зажала. Все, ладно, сейчас по-быстрому. Все, зажали, побежали, let's go. Есть. Я на спринтах, я на грибах. Подкат. Вот так вот должно было выглядеть с первого раза. Здесь можно дернуть ручку? Да, можно, смотри. Грибок, стой. Я тебя догоню. Он убежал опять от меня. Засранец. Ничего страшного. Я же все равно тебя нагоню. Я вижу свет в окне. И мне, походу, надо туда. О, что-то сверху клетку какую-то тащит чувачок. Ладно, полезли. По одеялу, связанному наверх. Или это простыня? Нафиг его знает, ткань какая-то. Все, мы залезли, тут решетки. Я спокойненько проскользил через них. Я скользкий типок. А, подожди, надо свечу зажечь.
чекпоинт, конечно же. Вот. Мрачный мирок, все серо, и только я желтенький. Опа. Сколько туалетной бумаги? Мышка! Привет! Я чуть больше размера мышки. Можно свистнуть туалетную бумагу? Мне ее до конца жизни хватит. Столько рулонов. Двери закрой. Красавчик. О, рубильник еще один. Ничего себе. Давай дернем. Попробуем, по крайней мере. Хватай туалетку и тащи. Я грузчик. Я маленький, но сильный грузчик. Осмотритесь. Да я вижу, вот, да, да, окей. Надо дернуть, чтобы открыть. Я все сломал. Дернул и сломал. Таймер пошел какой-то. А, она наэлектризована была. Решетка, и если бы я к ней подошел, не дернув ручку, рубильник, то она бы меня током шандарахнула. Куча кубиков, давай сломаем. Мячик. Футбик можно поиграть. Подожди, ты можешь мячик взять? Мячик возьми. О! Я не понял, как я это сделал, но я как-то пнул мяч. Кубик вытащил и все сломал. На качельке давай покатаемся. Детская — это всегда круто. Ты можешь раскачаться? Юху! Забавно. А на паровозик сесть можешь? Слабо. О, карусель. Карусель, карусель. Это детство мое. На-на-на-на-на-на-на-на. Пой сломал. Ну ты вообще, ну кажупа. Зачем ты это сделал? Шарик, мячик, иди сюда. Ага, у нас тут тоже электричество. Хватай его. Где-то должен быть рубильник. Электричество. Смотрим провода, которые ведут к этой решетке, и нифига не видно. Где рубильник? А, я, кажется, догадываюсь, мне надо залезть вон туда, да? Сейчас, подожди, качелька перевешивай. Теперь врубаем спринтуху. Опа! Есть. Зажигалочка. Так, подожди, в этот люк я могу вылезти обратно, получается, да? Но зачем мне это? Рубильник один на две комнаты? Кстати, вполне может быть. Сейчас, подожди-ка. Попробую. Да! Я же еще тот электрик, ёпрасоте. Блин, я в туалете нахожусь, твою ж налево. Да мне только сейчас допедрило, что вот это отверстие, куда все твои нужды улетают. Саки и каки. А это крышка. Через решетку. Просто нужно это быстро сделать. Давай, бежим, 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 бежим. Шустрее, 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 шустрее. Давай, 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 давай. На спринтах. Твою ж налево, кубики там мешаются, паровозики. Ты успеешь, ты успеешь, ты успеешь, ты успеешь. Да, мы успели. О, сколько тут комнат. Вон электричество снова заработало. Ни в одну комнату не пройти, они все закрыты. Наверное, от меня. Я маленький шкодник. Давай кубик свистнем. А то это стрёмненько одному бегать, а с кубиком... Снова кубик у меня в друзьях. Как это символично. О! Это что за дела тут такие? Подожди, если я встану, я превращусь в песок? Да? Ну, наверное, не стоит рисковать. Но я догадываюсь, что тут помимо меня, он тоже мелкаши встали и засохли. В пыль превратились. Так, стой. Не кипишуй. Ею! Я здесь. Все, бежим. А, нет, впалили. Он какой-то звуковой сигнал подал, что у меня в башке засвистело. Сейчас зажжем свечу и можно дальше бежать. Зажигай. Ну, чё-то не зажёг. Такой, знаешь, это руку отодвинул. Во. Руку отодвинул, типа, само зажжется. А, нам туда надо. По коробкам сейчас будем карабкаться. Слушай, а что если мы попробуем по решеточкам попал? О! Точно! Конечно же, решетки. Они как лесенка для нас. Значит, смотри, я теперь могу бежать вон в эту сторону. Вот, да, сюда. Только зачем, непонятно. Для чего мне сюда бежать? Тут двери открыты. Ага. И есть кукла. Снова это кукла.
Китаёс, здорово. Я тебя возьму на всякий случай. Тут комната какая-то стрёмная. Подожди. Здесь руки. Если мы сюда тоже руки приложим, нам это вообще никак не поможет. Если под кроватью проползем, что-нибудь найдем. Кроме жижи, нифига. Опять испачкали свои ножички. Давай попрыгаем на кровати. Может, тоже достижения дадут? Нет, не дадут. Мы только пыль здесь отбили. И глаз снова нарисован. На рисунках тоже глаз, кстати. Ладно, берем куклу. Блин, зачем же куклы-то? Они же для чего-то да нужны. А если эту куклу скинуть прям вот для глаза? Вниз скинешь? Давай. Стой, их разбивать, их разбивать, оказывается, можно. А если я отсюда сейчас прыгну на картоночку, вот на эту коробочку? Оп. И теперь вниз. А, убился вообще песок. Ладно, тогда спускаемся таким методом вниз. Но сперва до грибочечка добегу. Надо же его вызволить все-таки. Ха, он убежал от меня. Гад. Я думал, ты там в решетке сидишь, выбраться не можешь, спуститься тебе страшно. В этот раз вниз я за грибочком спускаться не буду. Давай лучше мы через двери пройдем, посмотрим, что же там. Оу. Тут дети спят. А это кто? А что у тебя с руками? Руки за грибуки? Ага. Да ну нафиг я пошел оттуда. Не хочу я с ним связываться. Ха, не выйти теперь обратно? А подожди, если схватиться за дверь... Черт подери. Он идет сюда. Беги! Беги, беги, беги. Присядь. Нюхач еще к тому же. А если я свет зажгу? Не, ну со светом это, конечно, вообще палено. Только не чихай. Куча маленьких деток. Они явно побольше, чем я. О, он дверь открыл, кажется. У-ху-ху-ху! Меня схватил этот дядька со своими грибуками и руками. И что, он сожрет меня, что ли? Бошку откусит? Так, ладно. Если у меня здесь чекпоинт, и есть возможность спуститься вниз и пролезть туда, куда бежит грибочек, так я это, наверное, и сделаю. Грибочек явно показывает мне дельные пути, куда стоит бежать. Вот здесь можно пролезть. Давай пролезем. О, пожалуйста. Грибочек, спасибо тебе за заботу. Я сейчас зажгу здесь чекпоинт. Скорее всего, это такой же чекпоинт, как и в прошлый раз. Здесь некуда идти. Это такой небольшой закуточек. Ну да, действительно. Вечно ты меня по закуткам водишь. Нет бы какой-нибудь нормальный путь без страшных чувачков. Я знаю, что ты хочешь меня сожрать. Я же ведь такой некослявый мальчик. А если наверх запрыгнуть? А, туда нельзя запрыгнуть. А если вот так вот сделать? Давай на коробку запрыгивай. А теперь на кровать. Я хочу на кровать и попрыгать на ней. Но никак. Эх, жалко. О, кстати, можно лицо свое посмотреть? Подними голову вверх. Это девочка? Это девочка! Все, теперь понятно, это не парниша, это девочка. Мы за девочку играем. Так, бежим, бежим, срочно бежим. Нам сюда, кажется. Да, наверное, сюда. Тут свет хотя бы есть. Но тут и так ясно, что нужно карабкаться сюда. Захватись, там же есть за что захватиться. Ну что ты? А чё я туплю-то, блин? Хожу тут, брожу. Тут же вот есть решетки. По решеткам же я умею лазить. Ё-моё. А зачем, интересно, тогда я свечу там зажег? Для чего-то, видимо, надо было. Прыжок. Нет, стой. Стой, стой. Надо же разгончик взять. Ты что? Разгон, прыжок. Отлично. Все чудесно. Фух. Спортсменка у меня. Гимнастка-ловеластка. Всегда страшно, когда прохожу по этим решеткам, чтобы туда не грохнуться вниз. Или, знаешь, какая-нибудь нечисть вылезет с этих дырок. Опа. Мыша, 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 стой. Питомчик мой милый. Я здесь совсем... Че, желудок прихватило? Диарея? Жрать хочется. Понимаю, понимаю. Надо что-нибудь сожрать. Да вот мы сейчас крыску с тобой поймаем и зажарим. По-любому. Еда, еда, еда. А, мы как раз в столовой, между прочим. Да слышу я, как у тебя живот урчит.
И сердце появилось. Ну, в смысле, как появилось? Сердцебиение появилось. Сердце появилось. Как будто раньше я был бессердечным маленьким желторотиком. Она смотрит за мной, нет? Смотри-ка, она наблюдает. И жрет. Да блин. Кинула мне еды? Спасибо. Спасибо большое. Это булка хлеба. Давай, хомячи. Главное не травануться окончательно. А то дно порвет, и я тут все задрестаю. Испорчу свой желтый дождевичок. Че, мне все? Мне получится? О, да. Мне стало хорошо. Прям очень хорошо. Спасибо вам, мадемуазель. Я вот так вот низкий вам поклон делаю. Вот, спасибо. Благодарю. Она села дальше. А, она что-то в расстроенном каком-то состоянии. Короче, дети здесь милые. Снова виселица. На детей можно рассчитывать, я так полагаю. Но почему тут в каждой комнате есть виселица, это непонятно. Душевая. Можно помыться. Но я думаю, что я не буду это делать. Не зря же на мне дождевик, да? Я, видимо, и так чистый. И не хочу, чтобы меня мочили. Еще одна. Куча-куча клеток. А для чего здесь клетки вот эти вот? Для питомцев. О, электричество. Мы понимаем, что мы туда не пойдем. Нас может шандарахнуть. Очень хорошо. Мы лучше вот сюда пойдем. Тут вот снова... Давай, наверх, наверх, наверх. Нет, стой. Чуть опять не упал. Ай-яй-яй, прыгай скорей. Молодчина. Паркурим. Чекпоинт вижу. Фух. До точки спасения дошли. Это замечательно. А это сможешь открыть? Ради меня, ради всех нас, ради науки. Нет, она не сможет это открыть. Ну, видно, что ящик какой-то, и можно же его открыть, но... Не хочет она. Оп! Прикольно, бомбочкой улетел. Если там вода есть, то брызги будут мощные. Давай, раскачивайся в мою сторону. Вот сейчас момент. Я думаю, можно. Опа-на, да. А дальше куда? Знаешь что? Я вот сейчас прыгнул сюда. И случайно зацепился вот за эту вот миленькую цепочку. Оказывается, по ней можно ползти. А я тут, значит, думки всякие придумал. Туда прыгнуть, забраться, вскарабкаться. А тут все просто. Просто берешь, цепляешься и ползешь. А насколько высоко я могу по ней подняться? Вот в чем вопрос. Довольно-таки высоко. Все, тут конец. Значит, нам нужно сейчас аккуратненько спрыгнуть, перетащить лесенку. Даже лесенка не нужна, там вон решетки есть. И по ним. Так, главное зацепись. Давай, прыгай. О, отлично. Дальше мы тут по вот этим решеткам поднимемся. Так что даже бошку не надо ломать. Все очень просто. Нужно теперь разобраться с двумя рубильниками. Один вниз. А, это... Подтянуть, опустить. Ага. А это, видимо, электричество вырубит. О, как. Ударилось. А можно посмотреть, обо что оно ударилось? Ага. А если сюда, в нашу сторону? Подъедь-ка сюда, пожалуйста. Чудно. А я смогу, успею на тебя запрыгнуть, если я сделаю так? Нет, я не успею запрыгнуть. Промахнулся вообще. У-ху, этот полетик. Попытка номер два. Значит, вот если я прыгну вот так, то ок. То есть, получается, мне нужно прыгать вот с этого квадратика. Окей. Значит, мы сейчас вот так вот и побежали. Есть, успел. Тихо, больше не прыгай. Хватаемся за цепь. За цепь схватись. Ага. Получилось перепрыгнуть. Там, кажется, телек работает. Я что-то такое электрическое слышу опять. Рубильник. Снова электричество. Ну да, точно. Выдвигаем ящики, по ним вскарабкиваемся. Ну тут все пока тоже просто.
маленькая желтенькая девочка. А, подожди, надо побольше ящики выдвигать-то. А, то ж мы ж туда не запрыгнем. По-другому. Давай, ну чё ты? Чё, сил нет? Ха, странно. Короче, что-то там застряло. Давай соседний попробуем дернуть. Тоже застряло. Черт. А это? О, пошла. А вторая, интересно, дернется, нет? Тоже дернулась. Чудно, запрыгиваем. И теперь, наверное, нам надо перепрыгнуть просто... Ай-яй-яй. И теперь мне нужно допрыгнуть до той. Соседней. О! И в рубильник грамотно попасть. Есть. Бизим-бизим-бизим-бизим-бизим-бизим-бизим. Шустрей. Тут никого нету. А грузик можно толкнуть просто ради интереса вниз? О, можно, смотрите. И что нам это даст, интересно? А, виселицу мы убрали. Угу. Может, мы на ней сможем спуститься? О, привет. Сейчас я попытаюсь высвободить. О, беги. Давай посмотрим, куда он бежит. Бежит, бежит, быстрее, быстрее, быстрее за ним. Все, он убежал. Не успел я. Еще и в тени, блин. Так, хорошо. Значит, мы цепляемся сейчас за виселицу. Я так думаю. О, точно. Спускаемся вниз. Но зачем, пока не ясно. Видимо, это какая-то другая комната. Можно зажигалку? Нет, зажигалку никак. Отпускаем. Подожди, я снова здесь. А-а-а, нифига себе, вот это я крюк сделал, так сделал. Мы снова в этой комнате, где... Ой-ё! Шарфики появились. Пиявочки. Короче, мы снова сюда прибежали, но видишь, мы там наверху рубильник отрубили, обесточили здесь все, и спокойненько можем пролезть. Вот так. Так, подожди, а что внутри? Там что-то внутри есть. Ты видишь это? Там дети. И они в капюшонах. Вот еще ребенок. Он иссушенный, по-моему. Да, он иссушенный. Так, бежим сюда. Срочно. Надо, чтобы нас не запалили. Оп-оп-оп-оп-оп. Спецназовцы в деле. В желтеньком дождевичке. Бежим. Какую-то... О, наконец-то светло. А то я задрался уже с жигой бегать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, подождите. Успели. Фух. Так, надо сюда запрыгнуть сейчас, срочно. Срочно, давай, вскарабкивайся, вскарабкивайся. Теперь сюда. О! Зашибись. Новая жига, да блин, только я обрадовался, что я ее спрятал. А тут светло-то вообще будет когда-нибудь, или я буду во мраке бегать? О, грибочки, грибочки! Я за вами, я за вами, я за вами. Черт, в двери уперся. Получено достижение. Тюрьма. Мы прошли, видимо, первую главу. И на этом, пожалуй, остановимся. Если понравилось, то не забывай ставить лайки и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. Увидимся и услышимся на них же. До встречи!